Роль получает... Да ты просто бог секса. И Оскар за лучшую женскую роль получает... А что ты найдешь? Они стоят-то всего 1000 рублей. Оскар за лучшую женскую роль получает... Пошел ты в жопу, козел! Ненавижу тебя! Ты мне всю жизнь испоганил, да я вообще к маме... Ты что? Меня ударил! Оскар за лучшую женскую роль получает... Алло, Аркаш, я что-то так заболела, у меня температура. Купи мне, пожалуйста, эклерчик. Оскар за лучшую женскую роль получает... Не, а когда я должна была готовить? Я весь день работала. Оскар за лучшую женскую роль получает... Да мы с девочками выпили по одному бокальчику. Так, Аркаш, а ты куда собрался? Люб, ну ты что, я с парнями только первый тайм посмотрю и вернусь, я тебе обещаю. И Оскар за лучшую мужскую роль получает... Аркадий! Вот тебе. Говори, может домой вообще не возвращаться! Дебил. Любаш, помнишь, ты мне говорила, что я тебе подарков не дарю? Заинтриговал. Продолжай. Короче, вот это тебе. Аркаша! Сережки! Ничего себе, какие красивые, какие большие! Потому что большие самые дорогие, а тебе все самое дорогое. Ну и плюс они как предыдущие в раковине не смоются. Я люблю тебя! Ты че мои сережки в раковине смыл? Да вот же они. Он думает, я сифон откручивать не умею. Да я женщина, я все умею. К тому же я их сама 7 раз в раковине топила. И 1 раз в унитазе. Ой, фу, господи. Дебил! Латина. Так, ну все, я абсолютно готова к зиме. Я купила все необходимое. Ботильоны, и сапожки, и свитер, и теплую курточку, и теплое пальто. И дай мне, пожалуйста, 2000 рублей на маникюр, я все потратила. Что? Что? Нет, серьезно, Люб, давай серьезно. Ты же транжира, ты абсолютно не умеешь хранить деньги. Согласна. Научи как? Положить в банк или положить на карту? Класть деньги нужно только в зимние вещи. Вот смотри. Ух ты! Вот удовольствие! Это я еще в прошлом году убрал во все куртки и до сих пор в сохранности. Вот что значит хранение. Поняла, давай я попробую. Да. Все, я пошла. Люба, ты куда? На маникюр. 2000 как раз не хватало. Спасибо. Вот. Вот, блин. А ничего, у меня еще в зимних штанах есть. Я плачу и плачу. Я плачу и плачу. О, боже, ты такая красивая. Это просто невероятно. Иди ко мне. Иди ко мне. Иди ко мне. Береги мою любовь. Разбросаны маечки. И в море ждут корабли. Эти звезды, все для тебя! Ты моя счастливая, ты моя любимая, ты моя прекрасная, ты моя великолепная, ты моя чудеснейшая, ты моя... Я смотрю, тебе понравился мой подарок. Это лучшее, что было со мной в жизни! Иди кушать. Идите. Идем! Я знаю, ты тоже хочешь. В общем, у Аркаши новый фетиш. Сейчас покажу. Аркаш, а что это за ниточки? Какие ниточки, Люб? Ну я тебе уже говорила, это не ниточки. Это амулеты, амулеты магические. Вот смотри, вот это на счастье, это на деньги, это на удачу. Это на старость, это на кошечку, это на мечту. Чтоб все мечты сбывались, понимаешь? Сейчас завяжу и все. Ой, что ты ржешь? Сейчас магия подействует, ты сама все увидишь, поняла? Аркаша, на удачу там завяжи, пожалуйста, пока не... А вот и завяжу точно, на удачу нужно же, подумать. Вот дебил.
Лю, прикинь, помнишь, мы лотерейные билетики покупали? 5000 выиграли, только что смс-ка пришла. Аркаш, а есть еще ниточки? Аркаш! О, вот. Аркаш, помоги! Любаш, прикинь, бывшая написала, говорит, соскучилась. На любовь действует. Аркаша, я тебе сейчас эту веревочку на шее завяжу. Так, Аркаш, сейчас Юля соседка придет. А у нее вчера день рождения было, я подарок не успела подготовить. Глупышка, ну хочешь вместе от нас двоих подарим? Я подготовила. Семейный подарок. Яша. Днем рождения! Днем рождения! Так, ну что, Юляша, у нас для тебя есть семейный подарок. Это от меня. С днем рождения, Саш, с днем рождения! А это от Любаши. С днем рождения, с днем... Спасибо, конечно, вообще-то мне денег должны. 5 месяцев трубку не берете. Отпусти меня. Отпусти. Люба, скажи ему, чтобы он меня отпустил. Люба, скажи ей, что не в правилах нашей семьи засиживаться в должниках. Ладно, не надо мне ваших денег, отпусти. Вот все и уладили. Юляша, подожди, это еще не все. И конфетка. Дебил. Дебил. Люб, чего? И подарок подарили, и долг закрыли. Смотри, смешнючий ролик нашла. Смотри, вот сейчас будет. Алло, скорая? Вы видели новый смешивающий ролик? Сейчас пришлю! Здравствуйте. Здравствуйте. Что будем делать? А вы не могли бы подпилить? Конечно. А вы не могли бы подпилить? А вы не могли бы подпилить? Да, конечно. А вы не могли бы подпилить? А вы не могли бы подпилить еще кое-что? Послушай сюда, Юльке, ее молодой человек, дарит подарки. Шубу ей подарил. А ты мне что, ничего? Да ты вообще меня любишь. А вы вообще кто такая? И почему вы меня пилите? Не обращайте внимания, он все время так реагирует. Продолжает. Я уезжаю к маме. Все, разговор окончен. Прям замечательный салон. Я вам все время теперь ходить буду. Перезванивает. Аркаш? Это что, шалаш? Да, да, это классно, да, как в детстве. Это я сам собрал своими ручками. Я теперь здесь жить буду. Аркаш, за квартиру все равно придется платить. Нет, Люб, Люб, это же самодельный дом. Своими руками сделанный. Кто платит за искусственный самодельный дом? Аркаш, ты сделал самодельный дом в несамодельной квартире. Все, хозяин пришел. Люб, Люб. Скажи, что меня дома нет. Вот дебил. Люб, Люб, а лучше знаешь, что еще? Принеси печеньки и молочко. И сама полезай. Люб, я серьезно. Люб, Люб! Я серьезно, полезай! Я без танишек. Будем оголять, будем оголять провода. Ну что, давай, ударь меня. Ну ладно, я попробую. Не могу. Жень, ну ты же моя подружка. Ну, давай, представь, что я мужик, который продал тебе шаурму. Ты не выйдешь. Я слишком тебя люблю. Ну, представь, что я женщина, у которой грудь больше, чем у тебя. Нет, таких не бывает. Представь, что я твой бывший Коля Дрищ. Не получится, Жень. Я не знаю, почему не получается. Слушай, представь, что Аркаша со мной заигрывал. Женя! Женечка! Жень, с тобой все хорошо? Жень, ну скажи честно! Аркаша правда с тобой заигрывал?